Смотрите, мои хорошие, какой я себе костюмчик купила. С шапочкой. Такой с камушками, с кармашечками. Тик-тик-тик. Блёс, как спортивный костюм, мои хорошие. Видите, какая шапочка. Сейчас идем гулять. Выходим вечером спортом, как обычно занимаемся. Смотрите, какая красота. А этот магазин красивый, я вам снимаю. Мы сейчас едем, не знаю, Кемальджан, куда нас ведут, гулять. Боже мой, какая красота. Я с машины снимаю. Смотрите, как украшено. Как я сейчас окно открою или как? Привет, мои хорошие. Ой. На велосипеде. Смотрите, куда мы пришли. Этот, как его, набережная называется Бивек. Этот крутой район. У меня много видео есть. Пошли гулять. Очень круто здесь, мои хорошие. Смотрите, как красиво. Вау, сколько кораблей, какие большие. Их плохо видно, как бы снег. Если бы вы видели, сколько здесь рыбаков, это пипец, смотрите. А я вам не скажу, что очень жарко. Ну, сидеть, я не считаю, что жарко. Смотрите, каких много здесь. Да? Рыбку ловят. Как красиво в Стамбуле, мои хорошие. Красота какая. Мы вышли погулять на набережной. Диан, привет. Привет. Как дела? Нормально. Ты? Супер, как говорит по-русски Диан. Молодец. Эти квартиры здесь сколько здесь. Смотрите, какой балкон и все, видосик прямо на Босфор. Представьте себе, сколько бабла здесь стоит. А сколько людей гуляет, мои хорошие. Просто когда стоит человек, прохладно. Надо ходить постоянно. Смотрите, сколько здесь яхт, корабля. Да их здесь. Их полно-полно. Я не знаю, сколько их здесь. Смотрите, какие обалденные яхты красивые. Это, наверное, собственные фрики, знаете, здесь. И маленькие, и большие. Ой, как кухня внутри. Кровать, кстати, там люди. Нифига себе, как красиво. Смотрите. Сейчас покажу. Говорю, когда идешь, не очень-то хорошо снимает. Видите, мои хорошие? Надо стоять или как. Видите, как они этот друг друга бабахкаются. Смотрите, вот там эти фигни резиновые. Это какое, да? Смотрите, господи, как красиво. Боже, здесь с террасой наверху. Их здесь тысячи. Я с дочкой сколько раз здесь гулять любила. Это Бебек-станция в Стамбуле. Крутой, хороший райончик. Здесь виллы, дома, очень престижные районы. Очень дорого. Смотрите, паркинг пустой. Один-единственный. Сейчас, наверное, кто-то приплывет. Ой, как заведется, где это? Уплывает. Какой у них звук. Вот это, наверное. А не, она еще привязанная. Наверное, пробует. Видите, она еще привязана, не может отплывать. Боже, вот это какая блатная. Вот это парабы. Смотрите, вот это какой корабль. Ужас. Ужас в прямом, в хорошем смысле. Смотрите. Боже, как красиво, какая она огромная. Ой, я снимаю, там люди опять внутри. Семья, наверное, или не знаю, друзья. Полно людей, видите. Там обычно, где светится, везде люди есть. Это, наверное, собственные яхты, и люди отдыхают. Да их здесь столько. Мои хорошие, что вы не представляете, мы только на середине где-то. Это в одну сторону, блин, в другую сзади. Вот меня сюда вперед. Столько всего, шофина. Это
Какие здесь домики, смотрите. Как красиво, да? Смотрите. Как красиво вот эти домики там наверху есть. Ну там и дорого, наверное, я так скажу. Ой, я по этих шнурах чуть не запуталась. Видите, как им круто, да? Смотрите, у кого-то елочка там светится маленькая. Представляете, в окне. Пипец здесь, кто живет, как хорошо, да? Каждый воздух, во-первых, чистый, во-вторых, считайте себе вот бегать сюда. А, в другую сторону. Тамам, видите, это ни конца, ни края. Короче, идем в другую сторону, говорят. Смотрите, ой, как бегает, спортом занимается. Солнышко, о, солнышко, говорю, это... Лампа светит здесь, а мы идем, смотрите, где к мосту. Представляете, как круто. Ой, какой корабль, сейчас переключусь. Видите, как красиво, смотрите. Много этих скамеечек, но летом, поверьте, их мало. А то есть вообще, когда днем тепло, просто сейчас... Ну, я вам так скажу, вот я снимаю сейчас видео, да? Здесь, возле Босфора, и смотрите, у меня курточка длинная, да? Но мне в руки тянет. Прохладно, долго, телефон не могу... выключаю. Смотрите, какие парки сверху. А мы пешком идем. Ай, какой кораблик сзади меня плывет. А там мост, видите, еще один. Светится вот. Прямо мои... А там еще пипец, какой огромный еще корабль. Чего эти большие корабли? У них такое маленькое этот, освещение. Боже мои хорошие, как здесь красиво. Смотрите, я вся в спортивном. Это легкая курточка. Она мне не очень нравится, но здесь тяжело женское выбрать. Я уже по вам видео делаю. Смотрите, как красиво. Представьте себе спереди, а мы прошли сколько? Один мост и здесь вот другой мост. Видите? О, круто пешком ходить. О, красиво! О. Смотрите, какие яхточки, да? Пипец, как красиво! Ой, мои холосые! Ой, мои холосые! Кемаль! Вот это, смотрите, вот эта башня, Кемаль мне сказал, что это было 500 лет назад. Они здесь, была, это как военная база, они контролировали весь Стамбул 500 лет назад. А сейчас, мои хорошие, что это? Театр, концерты там выступают, музеи, всякая приятная фигня. Боже, какое оно огромное, да, мои хорошие? Боже мой, какой этот корабль красивый, да? Смотрите. Боже, спереди как этот башня вот эта, видите? Кискулеси. Не видно, плохо. Камера никогда это не передать, красоту вот эту. Район Бэбико, мои хорошие, 500 лет назад вот это здание было как бы военная часть, солдаты. Смотрите, мои хорошие, которые контролировали весь Стамбул. Сейчас оно музей, концерты там разные, театр. Всякая, короче, меня приятная, мои хорошие. И смотрите, какой красивый корабль, мои хорошие, мостик. Боже, как здесь красиво. Как не любить Стамбул, понимаете? Поэтому я вам так скажу, кто сюда приезжает, мои хорошие, надо хорошо постараться, чтобы у вас получалось вот так ходить, гулять, приехать сюда. Это не дешевое удовольствие, хотя бы, я не знаю, несколько раз в месяц. Понимаете, мои хорошие, вот эту красоту увидеть. Люди же работают, наверное, заняты какими-то делами. Хорошо, что я знаю и с дочкой хожу, как бы мне недалеко. Ну как недалеко добираться на такси? 30 лир. В одну сторону и в другую, что я живу в центре, мои хорошие. 30, даже 5-70 лир вам обойдется. Это обойдется где-то 12-13 баксов. Мои хорошие, только приехать сюда и домой добраться. И я считаю, что не каждый человек себя вот это
позволить. Снимите себе розовые очки и думайте. Потому что правильно Кемаль говорит, кто здесь, допустим, живет в Стамбул, они не видят. Почему? Ой, какие рестораны, мы, наверное, туда идем. Тамам, тамам! Это самое. Почему? Потому что люди работают, и это, ну, сюда... Боже мой, какая здесь красота! Я вам передать не могу, я сейчас с ума сойду. Смотрите, декабрь месяц, блин, не знаю, какое число. Какая травичка зеленая. Сейчас мне как-то надо дорогу вот эту перейти, и иду я в этот ресторан. Кушать, наверное. Смотрите, зима, декабрь, я сейчас посмотрю, ей-богу. Какая это в телефоне, какая дата. Смотрите, розы натуральные. А желтые, белые, не знаю, вот такой свет, их тут полно. Видите, мои хорошие, это просто пипец, смотрите. Есть и розовенькие, и белые, видите? Ой, блин, здесь пипец сколько. Цветут, я сейчас посмотрю, да, тут точно какая. Ну, воскресенье сегодня, мои хорошие. Да красота, пипец. Тамам. Смотрите, как красиво. Нахрен мне этот ресторан. Я на улице бы ходила, гуляла. Так, сейчас перейду дорогу. И смотрите, этих ресторанов здесь полно, все светится. Вау! Сенбилюр орда кемаллале. Гюльхане. Гюльхане. Эвет? Забыла, как их леле говорю. Гюльхане розы. Заходим в ресторан. Смотрите, какие охранники здесь. Какой ресторан. Хер его знает. Я в руке имел. Боба, это у меня еще свет. О, твою мать. Куда меня привели? Нева. Зачем, если я не кушаю? Я же бросила курить. А не дадян. А? Бельмиорешком. Мы пришли в ресторан и не знаем, что заказать. Смотрите, Кемаль как светит, потому что здесь такое освещение, мои хорошие, что не видно. Говорю, мы двое пенсионеров, нам ни хрена не видно, мои хорошие. Смотрите, видите, надо как-то... Джан, не стесняйся. Смотрите, всякая фигня. Короче, сейчас не знаем. Я себе, естественно, сейчас что-то закажу. Смотрите, как красиво. Сидим в ресторанчике. Смотрите, как красиво здесь. Это наша еда. Она себе такое заказывает. Бюрек заказала. И салатиком. В таком классном ресторанчике возле Боспора. Смотрите, видно этот, как его, мост. Приятного нам аппетита. Смотрите, какой здесь вид, панорама какая шикарная, да, мы кушаем, и это самое с ресторана с окна, ну, это близко, через дорогу, смотрите, Боспор, какие кораблики плавают, мои хорошие, как красиво, да, смотрите, какие порции, я скушала 3 штуки, у меня уже не лезет. Смотрите, мы вышли с ресторана, видно? Прохладно на улитке или это возле Босфора, мои хорошие? Смотрите, там башня с той стороны, как красиво. А с той стороны, мои хорошие, мост. Красота-то какая. Красота-то какая. Кемаль пошел в Босфор, иду и я. Тамам, бекле. Так, надо бежать, потому что прохладно. Кош, кош! Ади, бен бежу, я пьор.
Кемаль, ходи! Ходи! Ай-яй-яй-яй-яй! Ходи, Кемаль, кусь-кусь-кусь! Вышли с ресторана, холодно, мои хорошие. Смотрите, какая красотища. Ну как в теплом ресторане сидят, камины над тобой. Пашут на всю катушку, жарко. А возле Босфора тянет. Нам к машине надо немножко пройтись. Ничего страшного. Машина немножко далеко будто. Что, мои хорошие, я вам говорила, что скажу, какое число. Сегодня 8. И плюс 10 градусов сейчас тепла. 10 градусов. Шинди. Он дырдже. Сук. Холодно. Возле Босфора тянет. Понимаете, 10 тепла. Плюс час. А днем не знаю, какая. Сейчас на телефоне посмотрю.